Интересно сделал наблюдение при помощи зарядного устройства 12-амперного. Ну, тут написано, что предназначено оно для аккумуляторов 48 вольт 12 ампер. То есть ампер-часов емкость аккумуляторов. И вот в чем заключается это интересное наблюдение? А в том, что это зарядное устройство может заряжать 20-амперные аккумуляторы, но заряжает оно их не полностью. То есть дальность пробега на этих аккумуляторах будет немножко меньше. Немножко. Процентов так на 20, на 30. Но и 100% это не сильно большой, это убыток. Если брать нормальный аккумулятор, нормальный электроскутер, куда вы можете нормально уехать, да. Но еще плюс огромный у этого зарядного перед 20-амперным, который предназначен для зарядки 20-амперных аккумуляторов, в том заключается, что если аккумуляторы у вас подсели под емкости, да, при 20-амперном зарядном устройстве вам необходимо 20 ампер часов для зарядки аккумуляторов 20-амперных. Вот я вот так путаюсь, извините. У вас необходимо, когда аккумуляторы подсели по емкости, необходимо контролировать их нагрев, чтобы они не перегрелись и не вышли из строя. Вот это же устройство позволяет, в принципе, вот сколько я здесь пытался им зарядить, да, я подходил, смотрел температуру, но температура аккумуляторов была в норме. То есть, да, тут недостаток такой, что ток заряда будет меньше, соответственно, дольше заряжать аккумуляторы, не полностью вы заряжаете. Но то, что здесь загорается индикатор зелененьким, что статус заряда у нас подошел к концу, и есть режим поддержки аккумуляторов, то есть он все равно, если долго заряжаешь, догоняет, но при этом в любом раскладе вы должны контролировать нагрев аккумуляторов. Но вот с этим зарядным у меня проблем не составило. Аккумуляторы за все время, то, что я находился здесь и тестировал вот это вот 350-ваттного коня, у меня проблем не составило. Несмотря на то, что я через неделю только установил эти аккумуляторы, и даже не через неделю, а через 10 дней. Но тем не менее, вот те 5 дней, что я прокатался на свинце, дополнительно к литию, да, чтобы уехать очень-очень далеко, побывать на рыбалке, соответственно, отснять больше материала, то есть мне вполне хватило. То есть, в принципе, я заранее хотел, подготовил два зарядных, вот это и на 20-амперное. Но, к сожалению, второе я забыл взять с собой. Ну, все спонтанно, так быстро, как обычно происходит. И взял только одно на два скутера. То есть это идет на 12-амперные аккумуляторы, и это идет на 20-амперки. И на 12-амперных вот это аккумуляторы кипятит. Но, опять-таки, из своего наблюдения скажу, что я уже рассказывал, да, то есть их надо активировать, то есть надо, чтобы прошло время. Буквально на 5-6 зарядку на 12-амперных аккумуляторах данное ЗУ стало доходить до зеленого статуса, то есть само, без нагрева аккумуляторов, и это большой плюс. Поэтому аккумуляторы при зарядке свинца любым ЗУ необходимо контролировать на нагрев. Как только аккумуляторы стали теплыми, необходимо зарядку отключить. Вот это вот ЗУ помогло мне зарядить 20-амперники, достаточно ушатанные, то есть им 4 года, они стояли на моей молнии, и вот оттуда я привез их, поставил сюда на 350 как дополнение, и полностью заряжал я их, и не кипели они, и это громаднейший плюс. Опять-таки, вы можете ставить подобное ЗУ, но вы знаете, что емкость у вас залитая будет меньше, аккумуляторы будут заряжены не полностью, но кипятит оно их с меньшей вероятностью, чем либо родное ЗУ, либо ЗУ, предназначено непосредственно по емкости аккумуляторов для тех, которые у вас установлены.